Ночная Никопара, ночные кошка-девки, орлы. Ну я раз обещал три видео, значит обещал ночью, но будет. Потому что завтра у меня ДР, поэтому я вот не знаю. Вот может вы это смотрите уже 28-го, и так что я не знаю, смогу я записать, что не смогу. Может с утра что-то запишу, там посмотрим, слушай, никто не знает. Тут уж, слушай, как тут уж как карты лягут. Орлы, продолжаем играть. Кто не поставил кнопку лайка, будет сосать. Цель по лайкам делать не буду, потому что видео все выходит. И если я сейчас скажу следующее видео. Вообще, давайте так, орлы. Если на этом видео наберется цензура лайков, тогда следующее видео выйдет, выстрелит как тупо, как из пушки, моментально. Просто я его поставлю, знаете, на таймер. Я поставлю условие. Если собирается цензура количества лайков, то видео само выйдет. Да, кстати, это было бы круто, если бы на Ютубе так можно было бы вставлять, что типа 500 лайков, видео выходит автоматом, и это было бы круто, но, к сожалению, такого еще не придумали. Мои задумки, они слишком сложны для Ютуба. Ладно, неважно. Мои ноги подходят к остановке перед домом моих народов. Я располагаю место, которое я не видел в некоторое время. Косю, а в чем дело? Постой, то есть это реальность, это современность, это не воспоминание уже, да? Да, что ты сказала? Что ты сказала? Аутоплей, как вернуться, как обратно сделать? А, я только вперед могу, писец! Не, ну чё, Коля хочет тусить? Это шокирующее открытие. Нет, нет, я не так это себе представлял, блядь. В конце концов, я не хочу просто писпечь тортик. Я даже еду иногда готовить вообще-то умею. Ой, слава богу. Это тонет в меня, что я больше не иду в свой отчий дом, где я могу релакснуть. Для меня это место трансформировалось в поле боя. То есть мы идем в Battlefield, и музыка начинает играть. Та-т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 а
вот если посмотреть на качество артов, это 8К арт. Мне очень нравится. Величезные арты, очень приятно смотреть. Не, серьезно, арты очень классные. Мне кажется, что эти арты, ну, это пушка, гонка. Действительно, прошло большое время с тех пор, как я пришел домой. Я не уверен, если я должен подари говорить, что я дома или нет. Добро пожаловать сама. Задни сама. А, здорово, чел ты. Шигуратян, мы прибыли. Мяу. Этот аромат приносит воспоминания. Нюх-нюх. Для тебя. Ну а когда мы возвращаемся назад сюда каждый день, это не вызывает у нас такую ностальгию. Но я должна сказать, Касю, когда он вокруг и играет с нами, это часть ностальгии. А, ну это правда, да. Когда ты впервые покинул дом, Касю-сан, я никогда не представляла, что все будут, все твои коты-компаньоны вернутся с тобой назад. Тебе не нужно это сейчас упоминать, знаешь ли. Кстати, моя любимая кошка, это вот та предыдущая, которая справа была, потому что, не знаю, у нее есть как бы, у нее есть мозги, в отличие от остальных. Хотя вот эта коконат, в принципе, тоже не тупая, но она, ну, простоват, скажем так. Она как бы не тупая, но попроще. Ой, это немножко стыдно слышать, это вот так вот. Ладно, давайте вы. Да хватит болтать и начните готовиться. У меня мамка ждет нас в соседней комнате. А, ну да, у меня еда уже готова, так что просто нужно ее расставить. Азуки, ванила, начинайте расставлять тарелочки. Мейпл Сайнмоун, готовьте чай. Я разберусь с тем, чтобы разложить вещички остальные. Снегурка, ты можешь поставить для меня это в холодильник? Девки, эти девки что будут делать? Они стоят, они такие смотрят друг на друга, там что делать-то, блядь, никогда непонятно. Я даю ей коробку и отправляю вон. Это что, тортик на ДРчик, да? Спасибо большое. Я уверена, что мама будет рада. Хозяин, что будет делать Окола? Так, посмотрим. Ну, вы обе можете просто сесть. Окей, поняла. Будем наблюдать за всем со стороны. О, просто сидеть, это все пытка. Ну, она для гиперактивной киски, это, конечно, да. Это, конечно, просто посидеть, это... Хотя у меня тоже бывают такие периоды гиперактивности, когда для меня просто посидеть тяжело, и мне просто хочется порой, не знаю, встать и просто постоять, потому что... Ну, вот у меня, короче, такое...
случается, орлы. У вас такое бывает, что просто вы иногда не можете усидеть, вам надо вот подвигаться, что-то поделать. Или я один такой больной, ебанутый. Мне интересно. Вот я думаю, орлы, на мой ДРчик вообще, должен ли я записывать какие-либо видео? Должен ли я вообще что-то делать на свой ДР? Или на свой ДР я должен, ну, типа, имею право как бы бездельничать. Вот я, ну, серьезно, для меня это немножко дилемма. То есть я вот сейчас думаю, а как мне повести себя на свой ДР? Потому что, ну, с одной стороны, я бы хотел просто смотреть видео, кинцо, там, кишить на ДР. С другой стороны, я очень много дней провел, скажем так, делая именно вот это вот. Так что меня это как бы немножко, не знаю, расстраивает, как бы. Да. Вот так вот. Так, ладно. Эй, сорян, но у нас просто нет места, чтобы поместить 8 человек, чтобы они одновременно все вот это готовили. Все нормально, что кола будет в порядке, нет проблем. Она сделает, как вы скажете, хозяин, и сядет здесь. Идеально, будет тихо сидеть. Казалось бы, что может пойти не так? Я сейчас смотрю, кстати, все что-то играют уже вот в этот новый Феникс Райзен. Это вот эта Зельда от Ubisoft. И у меня только один вопрос. Почему я в нее не играю? Почему у меня есть, короче, один сайт, где запрашиваются игры Ubisoft. Почему их игру нельзя было там запросить? В общем, я напишу, спрошу там. Зельда от Ubisoft, когда Ubisoft? Когда дадите, блядь? Я тоже хочу играть. Она сделает, как вы сказали. Я это уже прочел так. Да, год дальше. Год следующая стадия. Ты выглядишь так, как будто ты сейчас вырубишься. Чокола, ты болеешь, что ли? У тебя какая-то болезнь. Чокола не любит сидеть спокойно, особенно когда все остальные двигаются вокруг. Я понял, она гиперактивная. Ну, такое бывает. Это не порог. Лучше быть гиперактивным, чем вялым, на самом деле. Если так подумать, то серьезно, лучше быть гиперактивным, чем вялым. Хотя, может быть, тема спорная, орлы, пишите в комментариях. Вы больше за что? Вы как бы вы за гиперактивность или за вялость? Что лучше, быть гиперактивным или быть вялым? Вялый, я вялый. И здесь я подумал, что что в тебе больше как бы природы, чем воспитание в последнее время. Мяу взрослости? Хозяин, ты говоришь, что ты заметил, что Чокола выросла? Чокола, действительно, размер одежды Чокола действительно стал больше. Ну, заметно, но почему-то мы видим сиськи. Ну, то есть мы не видим сиськи, но игра как бы намекает на них. Как-то даже неприятно, очень пошло. О, господи, господи, ты реально выросла? Тебе потребуется новое кошачье нижнее белье. Ой, пиздец. А зачем кошки? Я забываю, кто-то девки, им нужно нижнее белье. Они не могут в трусах рассекать по городу. Я тебе принесу скоро каталог, так что сможешь что-нибудь для себя выиграть. Ура! Выбрать, а я сказал выбрать. Все, я сказал выбрать. Так, что было дальше? Хорошее сохранение, Сигурка. Ты особо не думай. Мы живем отдельно друг от друга, но Чокола — это ценнейшая кота-девка, это член Минадуки хозяйства. Даже если мы разделены, мы все еще семья не сама. Ничего здесь не поменялось. Да, наверное, ты права. Может права, может не права. Был корейский, а может и не корейский. А тут сразу как бы и непонятно. Костю, тарелочки на месте. Хорошо смотрится. Идеально, спешил. На тарелках, которые девки расставили, я начинаю располагать пищу мирскую. Это те же самые тарелки, которые мы использовали каждый день. Не, скажем так, недавно. И каждая тарелка располагает воспоминания о пищеприеме с семьей. Прием, орлы. Ставь лайк, если ты ешь с семьей. Я ем один. Ну, с Лизой иногда, но чаще всего мне кажется. Я не знаю, мы чаще всего вместе едим с Лизой или отдельно. Последние дни вместе, но часто отдельно. Ой, пахнет замурчательно. Выглядит так вкусно. Костю, чай готов. Ты можешь принести мне чайную подставку? Нальем чая для гостей чести. Звучит как план. Так, теперь нужно пойти мамку позвать. А, ну да, мамку позвать-то важно. С приготовительной работой, которая уже как бы была сделана, вечеринка на дырщик начинается. Ну, давай. Кота-вечеринка на кота-ДР. Мяу. Замурчатель. Мяу.
Хорошо, мамка. Сейчас, а у нее, видимо, глаза закрыты. Здравствуйте, мама. Я видел там на превьюхах, там, но вначале был вступительный ролик, там была какая-то пожилая женщина, а тут прям, слушай, мама очень похожа на Сигуре, или наоборот, Сигуре похожа на маму. Тут уж, знаете, тут уж как посмотреть. Орлы, кто? Давайте так, если на видео наберется 300 лайков, я создам мод, в котором можно будет как бы киксануть мать Сигуре. С днем рождения, с днем рождения! Всем спасибо! Не могу поверить, что вы все вбросили такой не умопомрачительный праздник. Я, наверное, двинута. А, я начинаю... Это слезы радости! Ты слишком эмоционируешь, мама. Просто попытайся расслабиться. Моя мама Аваюки Минадуки. Имя рифмуется с фамилией. Это выглядит честно. Слишком сильно раздувает вещи из ничего. Мне жаль, что тебе пришлось ждать так долго. Ждун. Тебе нужно сажать все, пока не замерзло. Да. Ты слишком заставил меня долго ждать, Касю. Наконец-то ты воротился домой. Я так рада, что мы можем жить вместе, как одна счастливая семья, как в дни прошлого. А, не-не-не, сорян. Это просто на вечер, я имею в виду, мне нужно как бы магазинчиком заправлять все дела. Господи, господи, вот так вот, да? Ты же понимаешь, что этот для тебя дом, и ты можешь прийти сюда в любой момент, когда захочешь. Ай, ну да, да. И сегодня трапеза была честная. Я не знаю, что и выбрать. О, у вас есть эти набивные капустные сосиски. Я люблю капустные сосиски. Ой, господи, господи. У вас есть мясные шарики, маленькие гамбургеры. Тоже. У нас есть некую Фага, крокеты и жареная говядинка. О, жареная говядинка. Слушай, жареная говядинка, это, по-моему, деликатес в Японии, потому что и говядина стоит, как квартира в Москве, поэтому... Господи, это так вкусно. Я фанатка никужажи, крокетов и жареной говядины тоже. Если посмотреть ближе, здесь только одно мясо, не так ли? Слушай, я одобряю какой-то. У меня на ДРчик тоже будет одно мясо. Я хочу, знаете, я решил, я хочу, короче, стейк и я хочу шашлык. Кто-то скажет, Евген, тебе немного и стейк, и шашлык. Может, разнообразие? Знаешь, что я подумал? Ты нахуй мне это разнообразие? Я хочу просто мясо, я хочу мясной дыр. Мне рили пиху, я просто хочу вкусный сасный шашлычок. Я хочу стейк, и больше мне ничего не надо. У меня были мысли стандартно взять, там, допустим, стейк паста карбонара или стейк плюс какой-нибудь, не знаю, там, еще какое-нибудь блюдо такое, знаешь, хлебно-сырное или еще что-то такое. Я подумал, знаете, нет, я хочу просто мясо, тупо, я хочу тупо мясо. Мне в жизни мясо не хватает, а что тупо мясо? Все, мне рили пиху, я мясо хочу. Мясо давай мне, мясо дай. Дай мясо дай, киски. Я буду киской, я мясная киска. Мясная киска Евгения требует мяса. Да, но это вам по пути. Тоже, да? О, да, мы это обожаем! Ой, дядя. А, ну, конечно, я помню любимое блюдо своей мамки. Ну, хорошо, я буду. Ты это слышала, Сигуре? Слушай, моя мамка, по-моему, слишком молодая. Сколько его матери лет? Ей 15 лет? Я не пойму. Пиздец, какой-то японцы, сука, вообще не стареющая нация. Там люди, слушай, люди там сколько мамки? Ну, допустим, 40 лет выглядят так, как будто родились вчера. Жесть, да и только. Так, ладно. Да, не самая такая добрая и учтивая. Ты уже так сильно вырос. Такое ощущение, будто вчера я со шкилы тыкнув. Погодите, мое тыкание со шкилы как бы случилось, ну, далеко не вчера, скажем так, а очень даже давно. Ай, воспоминания. Слушай, у меня тыкание со шкилы клонат напоминает, я помню, я помню, что, ну, клонат, все дела, ребята, вспоминаю, иногда ностальгирую по нему. Есть, кстати, игра по клонаду, там одна, которая рассказывает про жизнь, что мое, знаете, у меня подушечка, что мое есть, она вон там, и орлики, я
я планирую, я сейчас серьезно, я планирую поиграть в ту игру, но и более подробная информация об этом событии будет несколько позже. Я не хочу, скажем так, выкладывать все свои секс-игрушки на стол раньше времени. Нужно немножко, ребят, потерпеть, переждать, орлы. Нужно потерпеть, переждать, потом вы все увидите и узнаете. Просто скоро, очень скоро вас ждет анонс, от которого просто сдохнете. Он, скорее всего, будет 30 ноября. Не хочу на свой ДР это анонсировать. За 29-го, наверное, тоже анонсировать это не очень хочется. А вот 30-го самый, наверное, вот подходящий день. Хотя, возможно, на стриме 29-го я анонсирую, ну, сделаю первый анонс на стриме, а там уже потом видео, анонсы, все дела там. Просто я хочу, чтобы эту информацию знали все. Ну, в общем, ладно, орлы. А, воспоминания. Вы помните, когда вы мне сказали, что вы женитесь на маме, что я женюсь на маме? Косё, дорогой. Ой, что за кринж? А кого? Ты заставишь всех думать, что я сказал это в свои школьные годы. Также я не помню, что вообще когда это говорил. Ну, пришло время закопаться. Я начну с... закопаться. Слушай, она имеет в виду, жрать пора. Жрать начнем. Я начну с капустной сосиски. Я, конечно, рад, что ты ешь еду, но мы тут, кажется, про что-то важное говорили. Просто, про что мы говорили? Что важное мы говорили? Чё вообще делаю? Успокойся, расслабь, орла. Ты же скоро что-то сказала, что ты меня там женишь или типа того. Ты что, сам себе это приготовил, Косё? Постой, она прям уходит от темы максимально, вообще максимально жестко. Она очень казуально меняет субъект. Ее непредсказуемость очень похожа на непредсказуемость Шигуры. И что матерь, что дочь одинаковые, я предполагаю. А, конечно, я готовил эти блюда сам. Все, что мастер готовит, очень вкусное, оно невероятное. Мясные шарики, гамбургерные стейки выглядят очень круто. Какая же дилемма? Что за дилемма? Здесь все мое любимое. Заставляет меня хотеть есть все. Каждую последнюю крошечку по факту. Ня! Как бессердечно. Миссис, ваш живот заболит, если вы съедите так много. Да ладно, тебя на взрослой женщине учи ее жить. Это правда, вот дилемма-то какая. Мам, ты не должна портить себе желудок. Почему бы мне не принять участие в приеме пищи с тобой? Ура! Можно я тоже присоединюсь? Мэй-чан, может быть, нарежешь мне чайку? Конечно, дай мне свою чашку. А, вот она и вот это. А, столько еды. И чоколы я выбрать не могу. Гамбургер, мясные шарики. Митболис. Ой, ветчинка. От обкуренная курица. Языковая говядина. Чоколы, сдерживай себя. О, нет, глаза крутятся. Стол крутится. О, господи. Что за кринж? Пиздец, кринж. Господи, яйца мои. У нас же тут вечеринка в честь Дэдчика. Вы понимаете, что творите вообще? Конечно, я понимаю, Онечан. Это значит, что еды очень много, и мы все можем съесть. Это значит, что мы гости чести. И не нужно вести себя как свиньи, ты. Ой-ой. Да, я знаю, что я что ты большой едок, как Анат, но, может быть, ты это не будешь переедать. Аригато. Уни-чан, спасибо. Спасибо за что? То, что остановила от переедания? Да не за что, это как моя работа, я что-нибудь кот-хозяин, в конце концов. Ага, блюда действительно хороши, но это чай. У него такой райский аромат. Вкус просто разрывается у меня рту. Никогда не понял, как говорят, что у меня вкус во рту разрывается. Чего там может разрываться? Не, ну я понимаю, что бывает очень вкусно, но прям разрываться во рту, по-моему, это преувеличение. Твои выборы в чаях, это секунда к ничему, Мэй-чан. Эти чайные листы с богатым ароматом. Ай, господи, чай.
слышать, читает мужским голосом. Это кошка-девка. Они подходят вечеринной атмосфере. Сегодня я решила попробовать вкус шампанского. Чай со вкусом шампанского? Может быть, пиво со вкусом кока-колы еще? А вот жареную Балтику на сковородке с кишем, как Крипер 2004. Крипер 2004 лучший канал на Ютубе, я думаю, все это знают. Самый прогрессивный, самый интересный. Особенно та афера с получением банковских карт подписчиков. Это просто мое почтение, слушай. Не, ну не зря же Lost in Net рекламировали. Ладно. И с этой стеклянной подставкой для чая ты сможешь насладиться цветущими цветами, которые заставляют воду там мутиться и все такое. Фантастический, абсолютно фантастический Мэйчан Синамон течет. Пиздец. Мам, я не знаю, косел должно быть стыдно перед мамкой, потому что его кошки какие-то ебанутые. Мама, я вас хотела сказать еще один раз. С хэппи-бёздником тебя. Шигура вытягивает маленькую подарочную упаковку и говорит: «Господи, господи, что это может быть?» «Это картинная рамка. Я ее взяла, потому что ты упомянула, что ты хотела когда-то большую». «Господи, господи, а такая потрясающая, ты уверена? Ты позитивна? Спасибо, Шигура». «А ты позитивен, сука? Давай, признавайся, ты позитивная за животное? Или ты негативщик? Негативщик, да бан!» «Можно я его открою?» Бан за открытие подарка. Открыл подарок, забанен. Мам, я думаю, что это лучше делать после обеда. А слушай, там подарок какой-нибудь, не знаю, там Пикарда, наверное, какая-нибудь. Мне Лиз показывает дозы, там стримерша стримит, как она в чат-рулетке, или это Мамекли, я не помню. Ну, сейчас этих много, всяких сайтов, не знаю, где можно стримить. Показывает, как люди реагируют на то, что у нее в квартире случайно взорвалась так называемая Пикарда. Просто маленький взгляд, ладно? Ну, если настаиваешь. Постой, почему они все, почему у них весь их смех написан как тихи-хи? Что за тихи-хи? По-моему, это очень стрёмно, ладно. О, господи, господи. Господи, это потрясающе, это лучшая шигурка. Какую мне фотку туда вложить, интересно? Тяжело сказать, кто здесь ребенок, не так ли? Мастер, что-то не так? Я немножко сгуфничал, типа как гуф, немножко, так сказать, умер в мэр. Такой типа, словил кринж, я бы так описал, эмоции хозяина. Словил легкий кринж. Орлы, плюс чат, у кого кринж бывает. Я был так сфокусирован на днем рождественском торте, готовке и возвращении, так сказать, домой, что я забыл подарок мамке подготовить. Блин, ну как-то стыдно даже получается. Все сделал, подарок забыл. Стыдоба, пиздец, стыдоба сраная. Вот, вот вам, миссис. Я получила вам носки. Подумала, что дополнительная пара лишней не будет. Действительно, кстати, носки штука максимально полезная. Вот самый полезный подарок в мире, который можно придумать, это носочки. Потому что носки у меня всегда рвутся и вся дырявые. На мне сейчас даже, возможно, дырявый носок. Но об этом никто не узнает. Конечно, нет, это потрясающе. Спасибо, Азуки. И я их тоже выбрала. А я тоже колыванила. Два сожерелья выбрали мы вместе. И у меня для вас чайные листы. Я вам их дам, просто чтобы вы знали, что... Ну, просто если вы хотите их на самом деле пить. Да, и в дополнение Мэйчан и я сделаем для вас трюк. Прямо сейчас, что ли? Да, прямо сейчас, Мэйчан. Это время подарков. А, ну, но я не готова к этому ментально. О, ладненько. Касю, еще не дал подарок, да? Мне жаль. Я был так занят с этим тортом, что забыл о том, что подарок надо подготовить. Так на тебя похоже, Касю. Ты всегда был тем типом, который всегда забывает сфокусироваться на... Не можешь сфокусироваться на одном. Я не знаю, что ей сказать. Ой, все нормально. У меня тоже такое есть, я не могу фокусироваться на одной вещи. Ну и то, что не могу, просто мне скучновато, мне хочется как-то вот... Знаете, несколько вещей, возможно. Ой, все нормально. Ты же пекарь, Касю. Какой подарки от могу тебя ожидать? Я рад это слышать, тем не менее. Я скоро принесу нормальный подарок. Нормальный подарунок, если быть точным. Подарунок, слава Украине, подарунок.
Слава Украине! О, серьезно? Тогда я очень этого жду. Ну, тогда это немножко меняет мои планы, но почему бы нам не вынести торт сейчас? Орлы, а торт мы увидим уже в следующей серии Орлики Бей. Торт реально будет в следующей серии. Почему? Хочу вынести его в следующей серии. Я хочу, чтобы эта серия просто вышла сегодня. И так уже поздно, в 10 вечера. И эта серия выходит прям в 11, жестко поздно. Почему бы и нет? Я хочу просто, чтобы сегодня я обещал 3, значит будет 3 серии. Видите? Вен держит слово. Раз Вен сказал, значит так и будет. Поздно, но будет. Орлики Бей. И до скорой встречи. Моя любовь к орликам. Ну, так сказать, новейшая. Тут все понимают. До свидос, орлы. Пока. Пока. Орлы, да? Орлы. Я орлы. Мы орлы. Всем пока. Люблю орлов. Орлы мав. Мяу. Орлы. Орлы. Всем пока.